Так, пришли мы с прогулки, вернее, Люда с Миланой отправила меня домой, сказала, иди, что-то ей не понравилось сегодня. Саш, а что ты вот это вот делал, тут выкладывал? Пока у нас не было дома. Вот я это не делал вообще. Чем ты занимался? Ты что, можешь сказать, что это я сделал? Ну, а кто, я что ли? Это чем я занимаюсь? Дурачеством. Я тоже с очка бахну. Ты прям такой сок. Люда сделала суп. Опять вкусный. Снова. Задолбалась вкусные супы делать. Мы вспомнили, что у нас есть томатный сок. Мы его покупали к нашим лавашам вчерашним. Но... Сок не пригодился. Сок не пригодился. Не суждено было его выпить. Потому что мы купили две баночки пива. Тюборг и жатецкий гусь. Не, больше уже все. И завтра на работу уже. А я ж не буду бухать с детьми. Шучу. Перестирали, короче. Да, я шучу буду. Перестирали шторы. Уже повесили. Повесил. А что, а я не могу. Даже гладить не надо было. Они нормально постирались, кстати, вообще. Они такие, что не надо гладить их. Вы в парк ходили, кстати? С морской солью. Нет, мы вот облазили там. Лишь бы меня выгнать с прогулки. А это Люда говорит, может, пойдешь домой? Ну, не так просто, что пойдешь домой, как просто человеку советуют пойти домой, а именно... Что, все вылили? Да тут он чуть-чуть осталось. Целенаправленно. А, ты уже пил, да? Ну, конечно. Ночью. Это ж морская соль, это ж необычно. С морской солью можно. Устали.